страдала палевой. Родители. Лежал бы дома вот так вверх ногах, ты знаешь, лапы это, лежал бы. Привели, покормили, отвели туда, за двери. Очень было тепло, что он вот в этом рюкзаке, на который мы вообще не рассчитывали, что он что-то с него будет, что он себя чувствовал достойно и вел себя достойно. Вернее, чувствовал себя в нем комфортно и вел себя достойно. Это намного лучше, чем на поводке. Дейта в Риманску. Пришло? Угу. Вот смотри, прямая 122 километра. Уже потом там начинается наша территория.
Прага 318. Заметь, это все Бурятия. Ну, правда, когда мы на Ржаве едем, мы покидаем Бурятию и едем по кусочку Иркутской области. И сейчас ты скажу, примерно через 120 километров мы опять въезжаем в Бурятию и дальше катим по Бурятии на Ирку. Mm-hmm.